Здравствуйте. Наталья Смагоржевская не может сдержать слез. С тех пор, как ее детей депортировали на родину в Молдову, семья созванивается пару раз в неделю. Звонок международный, поэтому говорят мало и только о самом главном. Мамуль, я вас очень-очень люблю, я очень сильно скучаю по тебе и по детям. Поцелуй их от меня. Эта история началась осенью. У Натальи случился инсульт. Женщина потеряла работу и с трудом вставала с постели. Ситуацию усугубила пандемия. Денег, которые зарабатывал гражданский муж, им едва хватало на еду. Тогда соседи семьи и обратились в органы опеки. Так вот и получилось, что наши соседи доблестно, вроде как нехотя, но нам помогли. На помощь пришла куратор партийного проекта «Крепкая семья» Раиса Пестрякова. Начальник управления по делам несовершеннолетних бросила все силы на то, чтобы вернуть Наталью и ее детей домой, в Молдову. Я понимала, что здесь нужно в первую очередь восстановить документы, только потом могла быть идти речь о том, чтобы ее как-то проводить. Мама сообщила, что ей нужно 40 тысяч рублей на билеты. Позже я узнала, это гораздо дороже стоит. И я взялась сначала собирать деньги на билет, чтобы ее отправить. Не понимая, что сколько еще до этого нужно было делать. В посольстве республики помочь отказались. Тогда Раиса Пестрякова пошла другим путем. Нашла в интернете список крупных организаций Молдовы и стала обзванивать каждую. Разные союзы, разные общественные организации молдаван. Никто не откликнулся. Вот кроме вот Конгресс молдавских предпринимателей, как раз промышленников, были даже, знаете, как не столько просила помощи, сколько думала, что они помогут собрать деньги на билет. И помогли. Через несколько дней представители Конгресса собрали все необходимые документы для отправки детей на родину. Кроме того, обеспечили приезд в Россию матери Натальи, которая и забрала внуков домой. За то, что не осталась в стороне от чужого горя и всеми силами помогала нуждающейся семье, Раису Пестрякову наградили благодарственным письмом и почетной грамотой. Она всегда старается помочь, не остается в стране, находит всегда добрых людей, которые могут помочь. И любой приходящий к ней на прием, житель городского округа Химки, вот сами видите, да, далеко не городского округа Химки, она пытается помочь, и как мы видим, это не просто попытки, а это действительно реальная помощь, которую она оказывает. И по основной деятельности, и как куратор партийного проекта «Крепкая семья». О том, что эта история со счастливым концом, самой Наталье Смагоржевской пока не верится. Говорит, слишком долго тянулась эта черная полоса. Наверное, пока еще нет. Когда я увижу своих детей, вот когда я их обниму после разлуки, наверное, тогда это закончится. Уже через пару дней Наталья окажется рядом с самыми родными и близкими ей людьми.